Цены на овощи в Казахстане традиционно растут в период межсезонья. Причина этого – отсутствие поздней осенью, зимой и ранней весной дешевых овощей, выращиваемых на открытом грунте. Стабилизации цен на овощи в межсезонье способствует запуск теплиц. Поэтому в Казахстане действуют различные государственные программы по субсидированию затрат на теплицы. С помощью одной из таких программ в Алматинской области запустили теплицу. В коллективе компании женщины занимают 70% рабочих мест. Они ухаживают за растениями, собирают урожай. Наш комплекс работает, можно сказать, первый год с полной нагрузкой. В прошлом году проходила пусконаладка и проверка всех систем и оборудования тепличного комплекса. В данный момент уже мы можем сказать, что мы все прошли, и мы можем работать в полную силу. Площадь, занимаемая теплицами, составляет 5 гектаров. Они построены по голландской технологии, оснащены капельным орошением и цифровыми решениями. Производственная мощность теплицы составляет 1500-2000 тонн в год. В настоящее время выращиваются томаты. Самое последнее, программное обеспечение стоит. И данное программное обеспечение было установлено здесь в комплекте. Сердцем тепличной системы является диспетчерская, оснащенная голландской технологией, позволяющая автоматически контролировать температуру, влажность, освещение, внесение удобрений и другие. Для полива используется метод капельного орошения. Данный климат-компьютер поддерживает температуру, влажность, поливает, включает туман, включает свет, отключает. Поддерживает концентрацию необходимых элементов питания, просчитывает, какой объем воды на растение при поливе пошло, какой дренаж вышел. Компьютер отслеживает жизненный цикл культуры с момента появления всходов до сбора урожая, для чего необходимо пристальное внимание компьютера к условиям в помещении. Компьютер автоматически регулирует работу систем. Таким образом, овощи в теплице развиваются по плану, независимо от погодных условий на улице. Если погода пасмурная и мало света, то включается система дополнительного освещения. Если жарко, то система туманообразования снижает температуру. И так далее. Компьютер не позволяет сильных колебаний. Если человек не ощущает этого, например, мы не знаем, на 1 градус это поднялась температура и понизилась, а компьютер допускает, например, 0,2 градуса только. То есть любое отклонение компьютер реагирует адекватно, и исходя из своего анализа, компьютер поддерживает все то, что необходимо для роста растений. Обычно для этого требуется большое количество сотрудников, которые занимаются всем этим вручную. Данная технология позволяет компании значительно сэкономить время и затраты сотрудников. Фермер эффективно оценивает использование технологии и уверен, что она будет полезна для многих фермеров. Данная технология доступна любому, который хочет развиваться дальше. Это, во-первых, помогает уменьшить трудозатраты, уменьшить использование различных, бесконтрольно использовать удобрения, ядохимикаты. То есть я считаю, что любой фермер может данную технологию у себя развивать в зависимости от финансового состояния. Технически такой климатический компьютер можно установить на теплицу любой площади. Однако технология достаточно дорогостоящая, поэтому чем больше площадь теплицы, тем быстрее инвестиция окупится. Рекомендуемый минимальный размер теплицы с учетом соотношения затрат и выгод составляет 5 гектаров. Что касается финансовой модели, программное обеспечение компьютера было поставлено одновременно с поставкой тепличного оборудования и не требует ежегодной оплаты. Таким образом, при поддержке государства запуск высокотехнологичных тепличных комплексов становится доступнее для казахстанских фермеров, а значит, рядовые казахстанцы смогут позволить себе больше витаминной продукции на полках супермаркетов в период межсезонья.